продолжается хоккейный уикенд. Сегодня у нас матч с «Металлургом». Нам посоветовали взять в состав Дамира Распаева, так что он с нами. Ну, а мы пойдем делать наш репортаж. Поехали! Как вы думаете, какой сегодня будет счет? Счет? Ну, мы надеемся, конечно, на большее, да, но давайте 3-2. Ну, 4-1 мы выиграем. Хотя бы 2-1. Что пожелаете ребятам? Ну, чтобы выиграли, чтобы мы не травмировались и побеждали. Чтобы Порыв всегда выигрывал, обходил даже самых крутых игроков, и у них было счастье. Чаще всего что берут? Шапки, шарфы, джерси. А вы бы себе что взяли? Я бы себе джерси взяла. Чья импровизация лучше, Павла Акользина около ворот или вот Барсика сегодня? Ну, пока Барсик в топе. Кто сегодня забьет, но я думаю, Никита Михайлис. Никита! Михайлис! Кто забьет, я думаю, что должен забить сегодня Никита Михайлис или Мэтт Ретин. Паша Акользин хет-трик сегодня. Сагадеев 4 сегодня, по-любому. Сколько попугаев в одном Викторе Светберге? Как ты думаешь, сколько попугаев в Викторе Хедберге? 38, наверное. В Борисе есть тоже игрок, которого называют Мазякой. Как вы думаете, кого? Я даже не знаю. Михайлиса, что ли? Вперед, Борис! Почему решили делать предложение на арене? Один из лучших арен. Что-то мандраж есть немного. У нас на арене сегодня будут делать предложение руки и сердца, но пока девушка об этом не знает, и мы даже ее сейчас немножко отвлечем, чтобы она не выискивала своего будущего мужа. Как вот сейчас игра вроде пока нас пропустили? Ну, хорошо, молодцы, меня нет, все сразу нормально. Я верю в команду. Борис вперед, не пропускать шайбы и только забивать, все. We'll be right back.
they're a good team. They're a top team in the league, and we played well. Carly made some huge saves, and we got the win. The fans are great here. They've been great here for the last 11 years. So, they're a huge support for us, and they keep us up and keep up this confidence.